Да не бойся, это тебе вот там до пальчиков дуло. По-моему, еще не лимонный, да? Нет, это апельсин. Вы подложите... Больше пяти надо. Бумажку, чтобы лучше видно. Кто-нибудь с Денисом тоже постойте. Ну, вообще вся ушла. Денис, ну это цвет нормальный, да, этот оранжевый лимонный, вы видите? Ну, я думаю, да. Вы вчера увидели, по-моему? А, вчера у вас сразу был лимон, и вы в него сразу добавляли, да? Да я думаю, я справлюсь, Олег. Нет, ну пусть кто-нибудь все. Если что, я у Алины проконсультирую. Давай другую дам. На восьми вот эту маленькую. Ой, он убирался, убирался, потом перестала убираться. Ой, очень аккуратно. Присядь и очень аккуратно. Да можно так, там, ну, девочки, вали, это да. Не принципиально, это там, не, там точность не нужна особая, кто такой. Давай, набирай. Блин, ну дай мне клину. Я понимаю, не постоянно же. Ну все. Вам надо уметь их отсекать. Лежали с закрытыми глазами, пришли, начали вслух там читать надписи на стенах. Ну это некрасиво вообще. Надо уметь отсекать. Вот, а вот это вот красота, сейчас у Насти все синенькое. Синий. Потом оно будет еще красивее синенькое. Но все зарубили, что я видео снимаю. Да? Да? Так, это Денис. Дальше Алина. Денис, это негр. Я реальный негр. Я могу себе это позволить. Настя с Дашенькой очень стараются. Почему она не становится лимонной? Или становится, смотри, Олег? Я потому что 25 все переживают, что что-то что-то не становится лимонным. Ты переживаешь, что что-то не становится лимонным? Вот так выглядит наша лаборатория. Сфоткай тачку Саныча. Нет, обязательно сними ведра, в которых надо все мыть. Так, ведра. Корыто раз. Тут мы топим бутыльки. Тут мы моем второй раз, третий раз, вот тут мы моем четвертый раз, тут мы моем пятый раз. А если вы помыли стол Ферри, да, Даша? Вы отмываете его 40 раз. Вы отмываете его 40 раз. У меня. Ну давай так. Ну давай. Это супер изобретение. Это особый пинцетик. Как он называется? Пипетка? Заклепка. Нет. Вот, зажим? Ну, в общем, этот зажим, да. Зажим, скальпель. Вот, Алина уже дошла до очень красивой стадии. Стадии синего цвета. До стадии нормальной или о, более. О, смотрите, у меня уже голубеет. Подожди, давай я. Подожди, мне надо вот. Же сделать хоть раз. У Насти сейчас очень красиво. О, все, все. Сейчас мы заснимем супер момент титрования. Когда из синего превращается в белый просто мгновенно. Видеозапись? Ну, руки так. Да. А может и не заснимем. Ну вот, вы видите, она уже белеет. Закрывай. Это господи. Ты шикарный. Вот. Буквально еще две капельки ей нужно капнуть. Что, потом я буду делать мать? А для чего мы это делаем? Расскажи лучше. И все, и вы видите, оно белое. И таким образом мы узнаем концентрацию. Вот сейчас мы по шкале посмотрим. А у нас закончится. Найди. Все, идеально. А вы нашли метод, я с мочой работаю. Да, Денис у нас... А я анализ мочи делаю. У Дени у нас моча вместо всего. Вот, есть моча моя, есть моча моих друзей. И я работаю и пытаюсь понять, насколько мои друзья вообще нормальные ребята.